расскажи, куда мы идем? Куда? Мы идем за Манию. Да, за Манию. Какой да. детский центр, интересно, да? На третий этаж. На третьем этаже в Золотом Вавилоне. Да. Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Мы в Золотом Вавилоне пришли в Заманию. Какой-то интересный центр. Сейчас будем смотреть, что там есть. Да, День? Да. Привет. На каком вы канале-то? На Бегов. Ну, в камеру скажи, что ты убежал. На Бегов. Baby Go? Пойдем? Да. Ну, погнали. Пойдем. Смотри, Денис, тут такие, иди потрогай, смотри, шестеренки какие. Тут, походу, какие-то механические средства будут. Да? Входим. Ну, крути. Дэн, расскажи про свои первые впечатления в Замании. Тебе нравится здесь? Нравится? Пойдем, полосы препятствий всякие, горки. Пойдем? Пойдем, это аэрохоккей. Аэрохоккей, да. Смотри, сколько тут всего, лазилок всяких, Дэн. Ой, Денис, смотри, там часы есть, Дэн. Видел, там часики есть? Смотри, какая там большая горка, пойдем, тебе покажу. Смотри. Пойдешь туда? Да, пойдем. Пойдем на большую горку. Сейчас будем съезжать. Папа будет тебя снимать здесь. Домой. Мосты, горки. Всякие батуты. Туннели, лабиринты. И вон большое самое главное. И лазилки всякие разные. Друзья, чтобы подняться на горку, надо преодолеть полосу препятствий. Вот мама с Денисом проходит, да? Крутите, крутите, давайте. Все вместе преодолеем. Преодолеем, и папа пойдет. Оп. Ничего себе, да? Это прям настоящий. Не, мне кажется, надо подняться по этой штуке батутной. Вы не туда полезли, мама. Я думаю, что вот сюда. Вы уже поднимались? Значит, папа попробует. Мама, вы где? Класс! Давайте, удачи вам! Да. Давай, давай, залезай, все правильно. И мама за тобой следует. Не бойся! Воу! Класс! Вот это был поезд, вот это поездка была. Дин, тебе понравилось? Пойдем посмотрим, что еще есть. Пойдем? Здорово! Еще хочешь? Давай, 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 пойдем. Нам налево, Денис. Смотри, нам вот здесь надо пройти первое препятствие, вот сюда. Давай. Вот, умничка. Давай, теперь залезай сюда. Пойдем за парнем. Давай. Ну давай. Оп. Давай девочку пропустим. Все, теперь погнали. Погнали, настоящий полоса препятствий, да, Дэн? Давай, давай, давай. И папа за тобой. Оп, класс, здесь даже взрослых выдерживает, Дим. Пойдем, пойдем, пойдем. Я за тобой, веди меня, Сусанин. Сюда? О, какой мостик, да? Пойдем. Смотри, это кто такой? Что за неведомая зверушка? Что это за зверушка такая, да? Так, куда дальше на горку? Веди меня. Давай, полезли. Полоса препятствий, давай. Один. Преодолел одну преграду, молодец. И папа сейчас полезет. Сюда, да? Держись.
Держишься? Молодец! Держись! Только папу подожди обязательно! Давай, давай! Дэн, мы с тобой где? На горке! На горке? Не, а что, туда, чего? Туда, на горку сюда? Туда! На горку, давай! Сюда, на горку, говорят, пойдем! Давай, давай, давай! Вот она, горка, только надо подождать будет сейчас! Давай! Оп! Не спеши, не спеши, сейчас съедут, потом ты! Раз, два, три, четыре, пять, поехали! Ну-ка! Теперь папа! Ну как-то вообще? Здорово, да? На карусель пойдем на детскую, Денис? Пойдем на детскую карусель? Или в шары пойдешь? Смотри, смотри. Раз, два, три. Ой, смотри, а что здесь есть? Крестики-нолики, Динь. Крестики-нолики? Если вам надо пошопиться, отдохнуть или покушать, загонять ребенка в такое вот место, спокойно ходите по магазину. Он отсюда может целый день не выходить реально. Ой, псевдобассейн, Денис. Псевдобассейн, смотри. Кажется, как будто там водичка. А это, или это водичка там внутри? Да, это водичка. Денис, смотри, там вода под пленкой. И китайц, смотри. Смотри, какая штука. Это лабиринт. Расскажи папе, какие у тебя шарики? Красный и зеленый. Ой, мячик желтый, да? Бам! Давай. Пинай. Покатили. Давай догоняй, догоняй, догоняй. Большой мяч. Оп. Держи. Бам. Давай, давай, убегай, я буду тебя мячом ловить. Давай. Держи пас. Вот, теперь кати. Молодец. Давай, давай. Тяжелый мяч, Динь? Класс. Вот такие здесь есть батуты. Пойдем тоже попрыгаем? Нет. Ну, я попрыгаю, тебя подержу. Оп. Нет. Класс. Здорово. Ну что, батуты здорово? Ну все, наше время сегодня истекло. Мы еще с тобой вернемся на батуты день. Но маши в камеру. Мы были с вами в Замане, друзья. С вами был канал Baby Go. Подписывайтесь на нас. Ставьте пальчики вверх и копальчики вверх. И оставляйте свои полезные комментарии. До новых встреч. Пока-пока и поцелуй.